Всем добрый день, с вами Даша, и простите меня, пожалуйста, за то, что я так долго не снимала видео, просто отдыхала в оздоровительном лагере. И вот сегодня, буквально минут 20 назад, я сходила в магазин и купила 5 еще для моих хомячков. Все мои покупки лежат вот в таком вот пакетике из простора. И давайте же заглянем внутрь пакета. Первое, что я нахожу, это вот такая мисочка. Для хомячка. Вот она. Она стоила сравнительно дешево, всего лишь 1900 белорусских рублей. Далее я натыкаюсь на две упаковочки сушеного гамаруса. И, кстати, вот зоомагазин «Просторы» — это единственный зоомагазин, в котором я купила, то есть заметила вообще сушеный гамарус. И, по-моему, он стоил сравнительно дешево 5050 белорусских рублей. Далее я вижу вот такие вот палочки от фирмы Lola Pets. Они у нас фруктовые. Одну палочку я уже повесила, а вторую еще повешу после того, как покажу ее вам. Вот. Вот такая вот палочка. В ней довольно-таки много фруктиков. Вот я вижу и кокосик, и вот семечко тут есть, изюм я вижу. В общем, тут очень много фруктиков. Некоторые я вообще даже не знаю. Но, в общем, я посчитала состав и охнула. Ну, в общем, очень много фруктов. Далее я вижу корм от Lola Pets. И он также фруктовый. Я его уже открыла, чтобы показать вам. Вот он. Такой. Вот. Он довольно-таки разнообразный. И вот я уже чуть-чуть насыпала своим хомячкам. Они его уже поели. Ну и последний товар, который я купила. Сейчас я его покажу. Это песок для шиншилл от фирмы, не знаю, как вам показать вообще, вот, в общем, от фирмы Витапол. Ну вот, и подошло к концу мое видео, вот, все товары, которые я купила. Надеюсь, оно вам понравилось. Если да, то ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии и не забывайте про официальных спонсоров этой программы. Это Джунгарские хомячки Хомка и Фомка. С вами была Даша, пока-пока.